Кстати, у меня почему-то Тавр стал на русском. Тавр, ты чё? Слушай, а ты не сегодняшняя дата? Типа, потому что ты 10 из 10. О, боже мой, я знал, что тут светяшка, я заэвейдил, так сказать, её. Всем привет, ребята, и сегодня мы с Евой тут зашли в Тавр. И я вдруг понял, что Тавр теперь для девочек. Ева, привет. Привет, ого, вот это поворот. Ну просто посмотри, с каким персонажем я здесь играю. Ну, да. Тавр для девочек, получается, Ева. Я не играю ни с какими мальчиками в Тавре, понимаешь? У меня все, с кем я общаюсь, играют вот в Тавре, это только девочки. Все девочки, о боже мой. Это просто нашествие девочек. Слушай, а еще, кстати, у меня тут нет никаких эффектов абсолютно. Но у меня уже 904 уточки. Ого. Поэтому я думаю, что надо, вот когда дойду этот уровень, надо купить еще 2 бокса. Это очень круто. Да. Я даже тебе завидую, потому что у меня 308 уточек. И вот, как бы, это на этом все. Ну, у тебя тут полно эффектов. Ну, да. Слушай, я не могу, я сейчас не дома, я сейчас не со своей привычной мышкой, и я не могу пройти вот этот вот уровень зелененький. Обычно я его прохожу дома, но сейчас не могу. О, боже мой. А давайте прыжочки куплю. Прыжочки. Ну, тогда у тебя вообще мало уточек будет. Давай дождемся лучше просто следующего уровня. Да, ну тогда я пошла дальше зарабатывать. Давай. Фиксики, почините все, пожалуйста. Я хочу, чтобы ничего не лагало. Ёши, я дошла. Слушай, подожди, так оставалось всего лишь минута 20, и сейчас оставалось 20 секунд, когда ты дошла. Да. Ты дошла за минуту, получается? Да, я даже быстрее, наверное, это дошла. Это сильно. Ой, слушай, а тут синие ковры висят, очень красивые. Ой, синие, они вообще разных цветов зачастую. То есть там бывают зеленые, бывают красные, как обычно, бывают, да, вот синенькие. Ага, я даже спрыгнула к вам. Слушай, а вот ты вроде бы доходила до этого секретного уровня, где всякие разные пружинки. А что значила оранжевая пружинка? Ты знаешь, я что-то затопила и даже не взяла ее. Серьезно? Ты что? Да. Я просто радовалась всем пружинкам, потому что я никогда не покупала пружинку никакую. И просто я не знала, насколько это круто. А потом я вообще взяла крюк и просто... Ой, и вот когда, как сейчас развалилась. Я просто упала с того уровня и, не знаю, ну, я, конечно, была рада, что мне столько всего подарили. Ребят, если вы доходили тоже до этого уровня, или вы просто знаете, что дает эта пружинка, напишите в комментариях, пожалуйста, потому что я не знаю, что дает оранжевая пружинка. Она мне нравится, в принципе, прикольно выглядит. О, кстати, слушай, Ёша, а тут у девчонки передо мной оранжевая пружинка в руке. А я из-за этого и подумал об этом, честно говоря, потому что и увидел у девочки. Да. Там, знаешь, там еще был такой совочек, скребочек, какая-то штука такая. А, это есть, это продается. Так, а что? Нет, я упала. А что он делает? Ну, он строит дополнительные, получается, какие-то платформы. А у тебя получалось его использовать? А честно говоря, я ни разу не пытался. Ай-яй-яй. Еще бы чуть-чуть, и я бы свалился. Ай-яй, ты себя ругаешь за то, что не пытался? Да, я... Все верно. Ну, в общем, я ни разу не покупал его. Нормально. Кстати, тут девочка как раз-таки с этой пружинкой. Ага. Вообще, я пытался использовать его в другой игре. Я пытался использовать его, по-моему, в Climb Time, если я не ошибаюсь. А, там тоже есть? Да, там тоже есть как раз-таки все эти предметики. Мне кажется, в любом Тавре все одинаково, и есть вот такие вот улучшения. Да, ну, вот в коридорах, например, это очень-очень дорого. И там только, знаю, что есть непобедимость. Ну, все равно же есть. То есть, типа, они существуют, как бы. Ну... Не все, наверное. Ну, просто очень дорого. Ну, да, это точно. Ну, вообще, я, честно говоря, никогда не заходил в коридоре в магазин. Ну, точнее, никогда ничего не покупал там. Поэтому я не могу утверждать. Нет, я упала, боже. Я почти дошла. Я вот на предпоследнем уровне была. О, а я на последнем да, сейчас. Так ты уже дошел. Так, давай. Ну вообще, мне сотку уже дали. Соточка у меня уже на месте. Вот это круто. Что такое? О, отлично. Не-не-не, все в порядке. Кстати, у меня 1004 уточки, а знаешь, что это значит? О, это 2 бокса. Это верно. И, кстати, у меня почему-то Тавр стал на русском. Тавр, ты чё? Да, Тавр, да. Осуждаю. Просто осуждаю. У тебя тоже? Да, Ёша, у меня вот тоже видео про то, что все игры в Roblox стали внезапно на русском. Это вот и Тавр, и Adopt Me. В Adopt Me вообще очень было смешно, когда он обновился и стал на русском. Слушай, ну тут тоже довольно забавные названия, просто непобедимость. Непобедимость — это больше никаких килл-парт-п. Большое спасибо, что больше никаких килл-парт-п. А
ты знаешь, как называются светяшки? Нет, не знаю. А смотри, зайди в настройки, и там можно будет поменять цвет светяшек, но ты сейчас узнаешь, как их зовут. Цвет убийцы! О боже мой, да. Так, ладно, я хочу купить бокс. И первый бокс, с первого бокса мне выпадает... Что? Обычная тропа, которая похожа на флаг Украины, кстати. Немножко с градиентом, но похожа. И затухающий желтый след. Ну окей, буду с ним. Потому что он интересный. Обидно, конечно, я ожидал чего-то другого. Ну да ладно. Йоши, слушай, а почему я хожу до сих пор со своим оранжево-зеленым хвостом, если у меня есть черно-зеленый хвост? Так снимай его, надевай нужный. Все, надела черно-зеленую тропу. Тропу, господи. А что-то я про нее и забыла. А у меня исчезающая желтая тропа. Исчезающая. Ну вообще, у тебя она прям такая лакшери. Ну да, такая, знаешь ли, красивенькая и исчезающая. Да что такое? Че я падаю-то? Слушай, а может быть для того, чтобы успеть еще один бокс купить, мы пойдем в Pro Tower? О, давай, ну подожди, я сейчас дойду, наверное, и тоже заработаю на бокс. Хорошо. Нет, пошли в Pro Tower. О, я тоже упал, кстати. Да. Так, ну что, нормально, только начало, 8:45, да, удобно. Да, времени так достаточно, приятно, очень приятно. Довольно приятно, я согласен. По 10-бальной шкале приятности примерно 8.5. А почему? Ну не знаю, но мне вот так вот чувствуется. Вот если бы тут сейчас было еще все куплено, тогда было 10 из 10. А, вот оно как. Ой! О, чё-то нет. Ой, знаешь, я недавно видел классную картинку, которая, не знаю, подкатывает, что ли, возможно. Там вопрос, типа, слушай, а ты не сегодняшняя дата? Типа, потому что ты 10 из 10, ну, типа, 10 октября, вот. Вот просто Тавр был бы сегодняшней датой, если было бы сегодня 10 октября. Да, было бы круто очень. Так, подожди, ну, сегодня 20, значит, сегодня 20 из 10. Логично? Да это в два раза круче. Это точно. О боже мой, я знал, что тут светяшка. Я заэвейдил, так сказать, ее. Да откуда ты? Да ну. О, я видела твой след исчезающий. Исчезающий след, исчезающие жизненные силы мои ты видела. И исчезающие нервы ты, возможно, мои видела. И исчезающего и тебя. Ну, это в том числе. Так, подожди, а ты уже где? Я смотрю только вперед. Я только на желтеньком. Я вот второй раз пытаюсь пройти этот синий уровень, и вот еле-еле дошла. Он мне, честно говоря, вообще не нравится, этот синий уровень. Отвратительный просто. Ой! Йоши! Что? Я сейчас свалюсь. Я на беговом вот этом шарике. Все, я добежала. А, молодец. Это было очень опасно и страшно, и вообще вот кошмар. А, тише, квадратик. Какой же шарик? Это же квадратик. Я только что сейчас понял. Ты знаешь, он у меня так крутился, что это был шарик. Так, я тоже его прошел, кстати. Так, а впереди очень неприятный уровень. А, вот я на нем и умер, но это произошло случайно. Я просто прыгнул немножечко. Ну, поспешил, короче говоря. Да, тут спешить нельзя. Ева! Нельзя же спешить, нет, куда ты спешишь? Нельзя спешить. Кстати, вот этот уровень, он должен проходиться не так, как я его прохожу. Типа, надо выбирать ту самую полосочку, которая не двигается. Но я просто прыгаю по ним. А что там за полосочки? Ну, вот эти вот розовенький уровень и полосочки эти, которые, я не знаю, как объяснить, которые переклоняются, что ли. А что там есть, которые не двигаются? Конечно, ты можешь проверить. Да ладно, я все время ходила первая слева, а потом посередине. Никогда не меняла. А, вот как. А вроде они разные всегда. Да? Ну, у меня они всегда двигались, я просто их быстро пробегаю. Никаких проблем вообще на этом уровне. Я просто прыгаю на серединку, а потом дальше. Тоже вариант, как... Да почему? Ты умерла опять? О, нет. Я просто упала. Вон. Синий неприятный уровень. Тут тоже синий, тоже неприятный. О, и там еще синий наверху. Может, он тоже неприятный? Да это боже, просто... сколько синих уровней. Осуждаю синие уровни. Так, я прошел синий, окей. Я бы поставила ему 3 из 10. 3 из 10? Это по шкале, которая тебе, типа, нравится, да? Ну... Да, то да. есть он нравится тебе на 3 из 10? Да. Я думаю, потому да. Потому что синих уровня 3. Так, и вот очередной... А, ну этот очередной синий, ну здесь можно ошибиться, конечно, но это вот прям, не знаю, если я сейчас ошибусь, то это будет просто из-за того, что я играю не дома, не на своей мышечке. А что там за уровень такой? Ну тоже синенький, это с вот этой палочкой, ой, я не объясню, короче, я не могу объяснять. Так, сейчас, тише! Да, нет, да что ж такое?
О, Ева, я чуть не упал дважды. Дважды, Ева, дважды. О, обалдеть. А я, кажется, поняла, о каком уровне ты говорил. А, отлично. О, отлично, у меня 250 уже. Вау, супер. Остается просто пройти еще разок, и можно покупать очередной бокс. Да, так как? Так как? Она на том же месте умерла. Прощай, мир, я иду к Еве. Развалилась. Слушай, а давай мы сменим еще раз на Noob Tower и снова в Pro, чтобы не ждать банально. А давай, мне не нравится тот Tower. Да, так, а тут... Тут осталось совсем чуть-чуть. Ну окей, подождем. А я пойду пройду, может что-то заработаю. Хотя бы две уточки. Так, ну что, погнали, скоростное прохождение Tower, надеюсь, без всяких косяков. Ничего себе. Так, а у нас тут сразу колесо, вот это вот обозрение, так сказать. Ну вот честно, мне нравится этот уровень, потому что вот ты знаешь, как его проходить, то есть ты прыгаешь, ой, девочка передо мной развалилась. Прыгаешь с каждым разом все меньше и меньше, и потом вообще просто спрыгиваешь оттуда. О, приветик. Ага, привет. Ой, что-то ты как будто застрял в моей платформе, вот этой вот. Выглядело смешно. А нет, стой, платформа, Ева! Не успел. Не уезжай. Прости, Ева. Ничего сделать. Прощай, Ева. Кстати, а ты менял цвет убийц? Цвет убийц? Нет, я еще ни разу не менял цвет убийц, вообще никогда. А попробуй, вдруг тебе это поможет не убийца на убийце. Нет, я думаю, что если вот я сейчас что-то поменяю, то я точно убьюсь. Да, ну хорошо. Я, например, себе меняю цвет убийц на зеленый, и убийцы меня жалеют. Интересно, будет ли работать у меня это с фиолетовым? Ну, можно попробовать, в принципе. О, неприятный уровень. Ева, ты как там, справляешься с ним? Я все отлично, уже прошла. А, здорово. Так, а я, пожалуй, пережду, пока эта штука пройдет мимо меня. Штука, уходи. Нормально, нормально, нормально. Все, ок. Успеть, успеть, успеть. Отлично. О, привет, Ева, Ева, здорово, куда пошла? Сюда идем. Да я просто упала и не знала, куда идти. Все, нормально. Это было страшно, слушай, очень. Меня почти подпалило. Да, там так и есть. Подожди, это опять дурацкий уровень. О, нет, я здесь не пройду. Да, я с него упала. Обида. А ты уверен, что не пройдешь? Да, я точно не пройду. Так, секунду. Сейчас я дойду. Иду и куплю прыжочки. Ладно, тогда, может быть, пройду. Так, низкая гравитация готова. О, спасибо. Да я себе тоже помогла. Ну, все равно спасибо, потому что мне это здорово помогло. Ну да, очень приятно, так сказать, когда есть такие прыжочки, и ты можешь сразу все перепрыгнуть. Это точно. Ой, так, там сверху опять неприятный уровень, или мне кажется? Опять синенький. Ева, опять синенький. Опять синенький. Да как? Причем, слушай, а ты заметила то, что все синенькие неприятные? Вот серьезно. Все синенькие неприятные. Да. Я осуждаю синенькие уровни, это 100%. Этот уровень, кстати, без прыжочков очень тяжело проходить. Ну да, согласен. Есть шанс задеть просто светяшечку, простите, убийцу. Убийцу. А вот это вот убийца в виде квадратика вот тут на вот этом вот подходе в начале очень вообще коварная, потому что ее не видно. А, да, я помню, как там умирала Ульяна с Ланой. Да, да. Вот точно. Господи, зачем я это сделал? Тише, Ёши! Зачем я это сделал? Я прыгнул на желтенькую, там надо ждать, а потом прыгать, о боже мой! Ёши, а я дошла. О, здорово! Ты на зелененьком. Да, какой он зелененький? Он больше желтенький. А, ты уже на желтеньком, значит. Хотя, слушай, этот уровень, который прошлый был, он такой, какой-то средний между желтым и зеленым. Который после голубого зеленый, потом желтый? Для которого ты покупала прыжочек. Так это зеленый. Он такой желто-зеленый. Смесь желтого и зеленого. Не знаю, может у тебя как-то отображается по-другому цвета, но это чистый зеленый цвет. Да? Ну ладно. Ребят, если кому-то еще кажется, что это смесь желтого с зеленым, напишите в комментариях, а то я начинаю сомневаться, так сказать, в своих глазах немножечко. В своих глазах. Предательские глаза, может быть, я не знаю. Вот все возможно. Так, я преодолел то место, которое в прошлый раз меня убило. О, это здорово. Так, я на последнем уровне, а где ты там билась головой? О, вот как раз таки последний уровень, вот этот вот желтенький, когда с коричневого вот поднималась. И о, там я вот не это знаю. Вот просто площадочка желтая, она к тебе приезжает. И когда ты на уровень это переходишь, я просто об нее стукнулась башкой. С предпоследнего на последний. Но я прошел, и у меня как раз таки 500 уточек. И я думаю, что я куплю
куплю и закончу видео на этом. О, давай. И так, Ева, колдуй, колдуй, чтобы было что-то классное. Давай. Радуга, радуга, Йоши, пожалуйста, радуга. Нет, оранжево-фиолетовый, но, в принципе, мне нравится фиолетовый, так что ладно, пусть будет так. Ой, время, кстати, купили. Так, ну, я к тебе спрыгиваю, пытаюсь не умереть. Пытаешься. Так, получилось? Да, я возле тебя, давай. Привет. Так, я еще тоже хочу купить бокс. Дубликат, 463. Бедно! Мне попала зеленая тропа. Зеленая тропа. Вот затухающая зеленая вот эта вот тропа. Пон. Да. Я такую помню, такую видел. Слушай, а у тебя красивая тропа. Спасибо. Смотри, я сейчас своей черно-зеленой похвастаюсь. Она сейчас цвет вот этой штучки была. И твоя сейчас цвет зелененький. Смотри, я хвастаюсь черно-зеленой. Да. Ой, она такая классная, я так довольна. Да, а на этом, я думаю, все. В принципе, я 3 новых тропы, так сказать, себе открыл. Пару тавров прошел. Я считаю, что серия прошла успешно. Да, это точно. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока! Пока!